Всем привет! Мы продолжаем просвещать пользователей на предмет особенностей прошивки White Media перед стандартной стоковой прошивкой. Обычно все, что вы можете изменить в вашей автомагнитоле, это как максимум обои рабочего стола. А в некоторых ШГУ, чтобы этого достичь, нужно здорово постараться. В свою очередь, White Media пошла намного дальше. Большинство штатных приложений поддаются кастомизации. Что же это такое? Прежде всего, возможность изменять цветовую гамму элементов управления. И не на готовые решения, а используя всю цветовую палитру формата RGB. Причем, возможно выбрать не только цвет, но и его прозрачность. Вы потратите не один час, настраивая расцветку приложений под себя. В одном из видео про White Media мы рассказывали, что можно делать инверсию цветов радио с помощью ночной и дневной обложки. Цвета при этом тоже могут отличаться для каждого режима. Днем у вас строгие темные тона, вечером же веселые разноцветные. Главное, не переусердствуйте, поскольку нет быстрой кнопки вернуть все изменения назад, придется сделать сброс до заводских настроек. А значит, вы потеряете все данные и установленные приложения. Но это разумная плата за то, если вы случайно разукрасите свою автомагнитолу во все цвета радуги. Почувствую разницу с White Media. Всем спасибо за просмотр, подписывайся на наш канал, а если хочешь магнитолу, то кликай на желтый промокод. Подробности на нашем сайте.